Мишка-1, Мишка-1, я Ретта. Граниту на высоту, как понял меня, прием. Понял, понял. Давай, подпиши. Мишка-1, я Гранит, прием. На приеме. Выходишь из-за посадки, поворачиваешь налево. Посреди поля будет стоять солдатик. Он покажет, что делать. Принял. Мишка-2, Мишка-2, я Ретта, прием. На приеме. Становитесь на свою позицию, устраняйте неисправность, прием. Ты вытарахни? Да, да, ТВ. Так на свою старую позицию становитесь и устраняйте неисправность. Как понял меня, Мишка-2? Ретро, я Гранит, прием. Гранит, я Ретро, прием. Ювелир вернулся? Нет, заповеди не было. Мишка-1, я Гранит, прием. Ты видишь его? Мишка-1 на приеме. И цель видишь? Цель не бачу. Не бачу, бачу ориентиры, цели не бачу. Так спустись ты, блядь, вниз, на 300 метров еще съесть. И стой, блядь, на месте. Сейчас пристрелят тебя нахер. Есть 300 метров вперед. Мишка, 55-й прием. Мишка-1 на приеме. Ты бачишь, слева от горба высокий столб такой посеред села. Про який горб кажеш, не бачиш, який горб. Все село, справа от села горб. І зліва почти зразу самий високий стовп на селі. Бачу, бачу, там біля нього якась пустка. Оце весь мій стовбом зліва, план, бачиш? За цим стовбом зліва бачу якусь, якесь строєння. А ти ще зліває, бачиш, що поле виділяється? Бачу, виділяється жовте поле і зелене бачу. Слева от столба стоп-поля, одна висока стоп-поля. Погод 2, погод. Так, только заткнулись. Мишка-1. Я, блядь, еще раз говорю. Ориентир две башни. Две водонапорных башни. Справа, внизу, под ними. ВТР, вот цель. Ее уничтожить. Я Гранит, прием. Мишка, я Гранит, прием. На приеме. Ты видишь, блядь, вообще село то? Бачу башни. Бачу поле строения возле высокого столба. Так, стой. Открой люк, вылези на улицу. Я на улице. Гранит 251, сейчас мой наводчик ему побежал, сейчас покажет. Закопанный пулемет. Видишь его? Посмотри, Гранит, не принял тебе. Пулемет, видишь, закопанный? Пулемета не наблюдаю. Вон, сзади тебя солдатик бежит. Сейчас он залезет. Скажи ему, чтобы он показал тебе, где запала стоит. Едь к забаве. Мишка, ты видишь, где запала стоит? Не, не вижу, надо встать назад, мы сейчас назад стоим. Блядь, спроси у солдата, где запала стоит. И едь сюда, к забаве. Сел два кардана. К вам? Мишка, я Гранит, прием. Гранит добавить? Да. Я, блядь, машину тут руками и ногами на дороге напротив него стою, отсюда охуенно видно. Мишка, я Гранит, прием. Я на приеме. Ты видишь две водонапорные башни? Не здание, блядь, с огромной вышкой, а две водонапорные башни. Мишка, ты их видишь? Вижу, Гранит, вижу, подожди. Мишка, я Гранит, прием. На приеме. Скажи мне, блядь, что ты видишь, пожалуйста, скажи, что ты видишь. Гранит, давай. Я Гранит, прием. Блять, проедь нахуй вправо, блять. Там стоят два солдата, ждут тебя, блять. Улицы встал, блять. Проедь вправо, блять. Блять, ты понимаешь, где право, где лево, блять. Куда ты прешь, нахуй?
машины. Вижу танк, там 4 часа. Какая дата? Метра 2, где наша колонна? Будет сюда. Ну правильно, краб, смотри за ним, это наши, если взять. Это наши, их должно быть чуть больше, чем еще пока один. Краб, я тебя понял, принял. Точка 3, Днепру. Точка 2, говорит, ведут огонь, район перекрестка, там где оставить, полка, ну эти самые, бетер, короче, в районе поворота. Ты понял координаты? Плюс, БТР выскакую. Плюс, да-да, оттуда левее, то от перекрестка немножко левее. Точка 3 подтверждают. Так, мужики, объявляю всем. Я только что разговаривал со штабом 93-й. Комбатом вот этим, блядь, который моторовой ручкается. Так вот только что он ответил мне. На огонь не отвечать. Это так, чтобы вы понимали, что происходит. В этом столбанепинстве, блядь. Когда пусть этот пидорас, ебать, не везет нахуй, блядь. Не дай бог, конечно, ебать, такое случится, ебать, наших пацанов домой, сука. Происходит неожиданный перешок в реальности, на охоте отвечают, раз такой выебанный. Приявый, блядь. Цей выручок нахалит тут у нас укол, блядь, и цепить тут усыливается на целое зрелище. Сторона нарушила перемирие. Ребята, я вас поздравляю. Слышь, найди ты нахер, блядь, когда я отсюда вас рисую, то это что, блядь? Нахер, это, блин, тебе не лист говорит сейчас, понял или нет? Это же даже сейчас стою нас постукан, и в меня даже даже стреляют, блядь. Вау, блядь. Еще раз, что ты сказал, блядь? Ты кто такой, блядь, Вася? Но точно не такой Вася, как ты, понял или нет? Запаса между собой. Успокойтесь. Мы все делаем одно дело. Поэтому ссориться между собой просто не стоит. А завтра будем с этой хуйней разбираться. Точка 2 плюс. Да просто что делать сегодня? Я могу и больше постоять. Понимаешь? Плюс. Да изменится. Что хочешь мне сказать, что я что-то могу понять или не понять? Я все прекрасно понимаю, все вижу и слышу. А я тебе ответил то, что сказали не со штаба, только что. Ну так, значит, хай выйдут тут сейчас какой-то подвалов, пройдутся по позициям. Парни, я вас еще раз прошу, не ссорьтесь между собой.
башню.